Ты уверен, что это настолько хорошая идея? Да расслабься, господи, блин. Сегодня зайдем, завтра выйдем. Приключения на один день. Пожди, пойди, пойдем, пошли, пошли. Ну, как скажешь. Если настолько уверен, что это приключение на один день. Господи, да где выход из этих чертовых подземелий-то, а? Твою! Добро пожаловать в Берни. Игру про подземелья, сражения в этих подземельях и смерти в этих подземельях от локальных булыжников. Если вы никогда не видели эту игру или не слышали о ней, что в принципе логично, то давайте представим сценарий. Вы идете через подземелье и кровью и потом только что одолели тролля. С него падает блестящий амулет. Вы, не раздумывая, надеваете его себе на шею, но вы не учли один маленький нюанс. Этот амулет проклятый, что значит теперь вы не можете снять его с своей шеи. А еще это амулет удушения, и вы стремительно задыхаетесь. Мы с моим другом влили увлекательное количество часов в эту игру с одной целью — пройти хардмод. И у меня накопилось очень много часов записей. Поэтому я нарезал лучшие моменты и попытки и запихнул в этот видос. А, и еще. Возможно, я буду появляться своими дополнительными комментариями, просто чтобы объяснить пару моментов. Сегодня я выиграю by doing absolutely nothing. Так. И чё мой идиот не нападает? Бери. Чё это? Уже. Так быстро ворнинг. Просто я ещё и годное кольцо достал. Что это? Бери. Чё это? Это нам, кстати, очень нужно, между прочим. Кроме пирога, пирог можно выкинуть. Я тебя понял. Опа, привет. Привет. Беги, беги. Да, кстати, я ему раньше буду наносить урон. Ну-ка, где он? О, он уже тут! Так, давай, вали его, вали. Пускай он. Красиво. Чё, брат? Ещё. Меня слайм прибил. Да. Так, сюда не иди, сюда не иди. Чё там? No going, no. А, там камушек? Да, там камушек. Я о чём говорю, надо там. Так, как мы это делать будем? Хер его знает. Так, вперед на разведку. Ты чё, на разведку, конечно. Давай, иди туда. Ой, блядь, уже вышли. Так, беги нахрен отсюда. Мне кажется, я хер не сделал. О, вау, на нас напали гномы с волшебными посохами. Зачем мы вообще тогда заходили на этот секретный уровень? Сейчас объясню. По сюжету нам надо завалить злодея злыдня, барона Херкса, который засел на 20 уровне своего подземелья. И к нему, конечно, можно пройти напрямую, но напрямую идти слишком скучно, поэтому лучше зайти на секретные уровни. И не зря, между прочим. Там лежат много волшебных реликвий, которые усиляют персонажа, а заодно там очень-очень много монстров. В смысле опыта для прокачки. И как по мне, лучше потерять рану в начале, чем прийти неподготовленным и сдохнуть в конце. Туда не ходи, там просто дебил с киркой. Ну ты как его убьешь? Ну хотя тут камни валяются. Закидай его камнями чисто. 11 урона! Огонь. Там еще камни есть. Без камни, ба, камни, ба. Вот вон туда, куда я смотрю, посмотри, кто там. Еще один способ.
тебя зажали. Вот тут и вот тут, блин, стоит. Да! Да! Ты идешь со мной. You're my friend now. Мы чемпионами сейчас будем, походу. Камни. W. Но при этом ты смотри, сколько у меня еще кирок. Раз, что? Два, три, четыре, пять. Посох. Ха-ха-ха! Я слышал это. Да, есть, нормально. Крыса. Все. Magic Staff of Light. Я знаю. Что не, там? Не заходи туда. Что? Приколист. Пранк. Prepare thyself. Prepare thyself. Скелетон. Да что вы за приколисты-то такие, а? Хватит так прикалываться надо мной. Кольцо за 600. Ставлю жопу, это slow digestion. Запомни, он ставит жопу. В замке. Ой. Знаешь, если очень долго смотреть в зеркало, увидишь то, чего не стоило видеть. Твою мать! И не поспоришь. Ты можешь свой гарем угомонить, пожалуйста? Не могу! Просто не могу! Вот это и вот это. Очень интересные две вещи. Иди ты нахер. Понял. Я понял, какой там амулет. Иди, иди просто. Просто банально. Спавним. Как ты попал? Мою мать, я вздыхаю. А не надо так. Беги. Придурок, беги. Почему же, когда ты говоришь? Каждый раз. Пранки. Ну ты молодец. Нет. А слышу чрезмерно много крыс. Матерь Божья, Макс. Ну чё, пошли? Не-не-не-не, ты чё, ты вообще? Да. Ты бы знал, Макс, чё там было. Ой, иди ты к черту, а? Force Bolt. Light. Блин, начинается такое же заклинание, это имба. Да. А я жру шоколадку. Да у тебя. Собес. Так, я нашел плюс. Мать дорогая! Где? Я ж хрен знает, улетел. Чё? Ко мне сзади подошел скелет. Блин, такая пьянка. А чё за пранк? Я не понял. Ага. Фига себе, далеко его закинул. А он что не сражается, я не понял. Зря я это сделал. Нет, 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 нет. Нахер иди, нахер иди, я сказал. Самое главное только на нее не нарваться. Самое главное только на нее не нарваться. Черт. Эти ведь очко же жим-жим на нее за. На нее нарваться. Найдет. Че, она стоит? Нет. А
Саша... Ну сломалось! Бежит за тобой. Пока стелс работает. Пока теперь стелс не рабочий. Убьешь. Отлично. Ой, пи***ц. Ой, пи***ц. Ой, пи***ц. Ой, пи***ц. У меня слов нет. Что тут это такое? Тут сельский праздник. Сельский праздник, твою мать. Чего в этой клетке? Том Кром! Все, смерть. Почему ты меня не послал для начала? Тебя не было рядом. Ну, меня ты опознай. Я-то буду просто с этой шапкой. Ты... Охренеть! У меня слов нету. Дай шапку, пожалуйста. Камень. Форсбол. Я камень нашел. Камень. Ой, камень. Обычный камень. Обычный камень. Дороже драгоценных. На. Мать честная. Так, тактика камней, не забывай. Мне звонят. Да вы, должно быть, издеваетесь. Да что тут? Твою мать. Жопу. Что, не надоело смотреть на наши страдания? Ну, к счастью для нас и для вас, они подходили к концу, потому что на протяжении гребаного часа мы ползали по шахтам, валили гномов, и у нас получилось зачистить весь уровень, набрать кучу опыта, а значит, наконец-таки у нас есть шанс на победу. И если вам там прям так сильно интересно посмотреть, что там было, там, это не интересно, там ничего не особо не происходило. Ну, не знаю, можете зайти на мой Discord-сервер, попросить у меня записи, я вам с удовольствием их покажу, ссылка в описании или этот QR-код. Но мы становились неостановимыми. Особенно после того, что произошло дальше. У него два скролла Identify. Все равно, что... Пусть будут у меня. Хочешь прикол? Два камня за стаканных оказались аквамарины. Ну хорошо, один у нас кидает. Безопасно, ежели потом об этом страдали. Букстор. На это на базу сразу. Репортация, Confuse, Magic Map, Extra Healing. И еще один Bookstore. Тоже Кирулайман, Dig. Identify, Макс. Победа. Я погнал идентифицировать все камни. Алмаз. Говно. Говно. Эмеральд. Говно. 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 Экстрахил определенно. Перлайм, джикмап давай. Левитацию надо. Колд надо. Сапфир. You'll never take me alive! Черт. Он проклят. Минус два. О, прекрасно, дай продам. А, ему? А я не могу. Я тебя в руки взял. Ты иди дай. У меня другие есть, что продать можно ему. Еще сюда внутрь зайди давай. Удоволь закупившись и прокачавшись, мы добрались до болот. Идиот. Почему они такими веселыми сделали гребаные булыжники? Наверное. Это стена уровня, ее не сломать нельзя. Назад. Посмотри. Ой, да. Ага. Нельзя сломать.
Я её отсюда увидел, я такой, я просто в молчании сидел и ожидал, что произойдет. Достойная награда. Докопался. Докопался, мать. Говорится, каждый шахтер найдет свой заветный камушек. I need help! 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 Help me! Help me! Ты сдох. Бесполезно уже. Да! Я не успел добежать до тебя. У нас ювелир. Вы что издеваетесь? Ювелир? Ювелир? Господин сэр Круговец. Я хочу вам сказать, что я вас сегодня разорю. Что? Бум. Бум, 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 бум. 10 кат. Моя реакция на 73 трейда. Напей. Красивый. Макс. Чё? Кольцо невидимости минус 5. Это потейту фильм. Это вы издеваетесь, что ли? То есть у нас заспавнилось, во-первых, 2 мини-босса. Во-вторых, один из этих мини-боссов меня убил. Ну, говоря, это у меня сейчас будет лишь на 10 уровней необходимо. При этом один из этих мини-боссов находится за клеткой. Так, шару на базу, я с ним буду говорить. О, вау, он пережил это даже. И запоздалый пятый. Мать. Еще идти в эту гребаную комнату. Кольцо. Я варю. Я... Ну, вали. Мне без разницы почему абсолютно. Меня не трогают. Меня трогать они не будут. Макс, почему я умер? Ты сдох? Не знаю. Ты флаттер выбрал! Ты тупой. Молодец. Я на то и рассчитываю. Я вообще с книги буду ху**ить. Не, я буду ху**ить по Минотавру с книги. Ты думаешь, мы его в этот раз убьем? Убьем. Каким хером паралич должен на меня действовать, если у меня все равно... Если я птилет, у меня не должно быть никаких вен. Это единственный способ, какой я вижу. Вот это весело придумали. Да. Каким еще образом это получится? Тут все камни в дефолтном положении стоят, они все улыбаются. А чего бы нет? Чего ты будешь? Я не могу. Я не могу серьезно воспринимать этот уровень, черта. Дженис Брейс. Давай, надевай. Magic Resistance против Constitution. Спалмок 350. Фиксируй пранк. Все вижу. Давайте, вперед, скелеты. Они сами, они разберутся. Просто наблюдай. Нифига они не разберутся. Да не-не-не-не-не-не-не-не-не. У них бесконечное количество попыток. Рано или поздно у них все получится. Еще один сервис. О, смотри, что достал. Что достал? Вторая солда девчонка. Я
Я моргнул, блин, пронеслось что-то мимо меня. Прон. Все, я знаю, как дойти. Я бегу, я бегу за тобой. Не то нах. Ну чё, давай. Видал. Отлично. Книга Эмеральд разнесла просто в куски его. Отлично. Сфера у меня. А у тебя же зеленая сфера, да? Нет. У тебя, наверное. Нет. Понял. Почему не брали ее? Да херо знает. Прокинь, я ее выкинул где-нибудь. Случайно. Да, это было бы смешно. Хоть склад придет. Чакрам. Ну да, Херкс. Да-да, не выживем, конечно. Да, конечно. Ран продолжается. Я сиди гнул. Ну да. Not your nice. На ней краски справа. Если вы не будете качаться, это плохим закончится! По 20 да, дайте просто. Реально да. Ой-ё! Нет! Нет! Все оба сзади. Вперед. Я не помню. Тут определенно что-то веселое происходит. Это твой? Да, а, ни хрена себе, ты видел? Да вы сдали. Ну пожалуйста, ну почему вы мне только даете эти амулеты? Опять секс чей? Да. Кажется, кому-то больно, да, Дань? Я второй раз за ран подул, да блин. Второй. Матерь Божья! О, Лилит! С нее чар монстр выпал, походу. Все или ничего? Все или ничего? Я хороший. Почему на меня в первую очередь? Ты понравился больше. Спасибо. Тебя просто хотят. Короче, тактика, чтобы скелеты танчили, это хорошая тактика. Я их ненавижу за это. Антитеррор есть еще, ничего. Что? Ну. О, мы хардмод прошли.
Короче, я был в гильдии магов, и... Но, мягко говоря, у них есть предложение к нам. Иди ты к черту со своими подземельями. Ну, в общем-то, тут такое дело. Игра на этом не заканчивается. Там еще 10 уровней, и там еще один босс, и там еще... Да, и сейф мы потеряли. Да. Ну что, вторая часть? Со мной. Слушай, да иди ты на... Мама, моё пиво! Твоё, оно было твоим? Да, я его купил. Смотри на меня.